Да, люблю пускать пузыри. Что? Почему пузыри не получаются? Нет! Я просто хочу надувать мыльные пузыри! Почему это случилось? Фея, к вашим услугам! Я не могу пускать пузыри! Понимаю. Да уж, задачка та еще. Надо как-то решить эту проблему. Забудем о палочке. У меня есть 3D-ручка, она намного лучше. Ладно, у меня тут есть шаблон, как пользоваться моей 3D-ручкой. Я начну с этого зеленого цвета, чтобы сделать ручку для палочки. Вот так. А теперь перейдем к желтому цвету, чтобы сделать звезду. Дальше идет красный цвет для кругов. Совсем не трудно. Вот и все. Наша волшебная палочка готова к использованию. Ну вот, это новая палочка для мыльных пузырей, и она специально для тебя. О, она такая красивая, смотри, какие пузыри. Да, пузыри такие красивые. Ладно, что ж, думаю, мне уже пора, пока. О, фу, это тяжело. Так много нужно выучить. Это точно, я ничего в этом не понимаю. Это не имеет никакого смысла. У меня везде записки. Нужно навести тут порядок. Нужно начать. Вот как ты это делаешь? Я предпочитаю использовать это. А? Что это? А? Смотри. Я положу бумагу сюда. Затем поверну ручку. Этот гаджет измельчает бумагу. Очень быстро и просто. Вау! Это потрясающе. Вот бы и у меня такое было. Я знаю, я тоже так могу. Я справляюсь ничуть не хуже. Это приятно. Все готово. Но на моем столе по-прежнему беспорядок. Осталась гора бумаги. Это так интересно. Ух ты, кто-то оставил газировку, и в банке еще осталось немного. Я сплю? Как здорово! О, да! Это восхитительно! Ха-ха, это так смешно! Ух ты, сколько же у меня вкусняшек! Я не могу есть их и держать в руках телефон. Я положу его вот сюда. Ну уже! Тебе нужна помощь? Все в порядке, я справлюсь. Ты уверена? Не могу на это смотреть. Я знаю, что делать. Я сделаю вмятину в банке. Попробуй. Вау, потрясающе! Идеально! Ты гений! Хочешь? Нет, не то. Это не подойдет. Точно нет. Это ужасно. Бэ. У меня весь шкаф забит ужасной одеждой. Это катастрофа. А? Что здесь происходит? Уф. Мне совершенно нечего надеть. О чем ты говоришь? Тут столько одежды. Джейк позвал меня на свидание. Джейк! О, боже, что будем делать? Может, эта футболка подойдет? Что скажешь? Или, может, платье? Или это перебор? Мне кажется, не лучший образ. Стоп! У меня появилась идея. Я и забыла про этот милый кроп-топ. О, но у меня нет к нему украшений. Постой! Кажется, я знаю, что делать. А? Не поняла. О, точно, папа, ты гений! Там наверняка что-то есть. Нет, ничего, это безнадежно. Это будет худшее свидание в жизни. Я не пойду. Ну, должно же быть хоть что-то, что можно сделать. Я не могу пойти без сережек, не могу. Не знаю, как быть. Постой, подушка и 3D-ручка. Милая, я нашел решение. О боже, думаю, ты прав. Итак, у меня есть рисунок арбуза. Я обведу его. Начну с черных чернил. Пройдусь ими по внешнему контуру рисунка. Ну а затем сделаю линии внутри. Ладно, пока получается хорошо. Мы еще не закончили. Продолжаем. Теперь заполним рисунок красным цветом. До самого черного контура. Вот так. И по бокам тоже. А теперь кожура. Тут отлично подойдет зеленый. Как здорово! Надо рисовать почаще. А теперь темно-зеленый. И дорисуем семечки черным цветом. Сделаем маленькие точки на красном фоне. Да, и еще одну вот здесь. Да, готово. Выглядит так круто. Здорово. Ну а теперь, конечно, нужно сделать еще одну такую сережку и добавить крючки. И-и-и, поверить не могу, какие классные. Мне очень нравятся. Нужно их надеть. Хорошо смотрится? Мило? Спасибо, папочка. Твоя идея сработала. Ну все, я пошла на свидание с Джейком. Хорошо, пусть все пройдет удачно.
Так, где моя подушка для шеи? Вот она. Вот так. Эй, а это что? О, фотография. О, смотрите, ей так весело. Как мило. Я не могу поверить, что они заставляют меня сидеть на полу. Мне так трудно выполнять свою работу. А? Пошел дождь из денег? Что происходит? А потом мне подарили бриллиант. Один, представляешь? Уроки начинаются. О, как раз вовремя. А, мне пора. Поговорим позже. А куда ты собрался? Стой! В чем проблема? Давай посмотрим на тебя. У меня нет на это времени. Как я и думала, ты без рубашки. Посмотрим. Папочка, пришли вертолет. Сейчас. А, что происходит? Это нападение. Спасайтесь. О, специальная доставка для меня. Спасибо, ребята. Это как раз то, что мне нужно. Сейчас. Это должно помочь. Я заправлю воротник. Надо хорошо выглядеть. А, как и всегда. Настало время шоу. Теперь я могу зайти в класс. Подождите. Ох, намного лучше. Ты отвечаешь всем требованиям. Прошу прощения за неудобства. А, спасибо. Что мне делать? Может быть, я смогу спрятать свою футболку? Подожди. Мне нужно увидеть твою одежду. Не двигайся. Мне нравится эта игра. Прекрати! Вот и все. Та-да! Хорошая попытка. Но я просто хочу зайти в класс. Подождите, у меня есть идея. Я отрежу полоску бумаги и просто оберну ее вокруг своей шеи. Получается симпатичный воротничок. Вперед! Вау, ничего себе! Великолепный воротник. Проходи. Спасибо. Посмотри, Алекс, довольно стильно, правда? Я предпочитаю итальянский шелк. Но я устанавливаю свои правила. Не буду носить это. Я лучше выброшу. Серьезно? Мне понадобится бумага для уроков. О, совсем забыла. Видимо, мне придется использовать это. Модно и практично. Держу пари, что твоя рубашка на это не способна. Идеально! Лиам! Перекус готов! Я знаю, что ты любишь апельсины. Нет. Сперва нужно вымыть руки. Ты знаешь правила? Они чистые, видишь? Эй! Руки, раковина. Ладно. Просто смешно. Хочешь чистые руки? Пожалуйста. Я хорошо намылил, мам. Воу! Эта штука такая скользкая. Эй! Никак не могу его поймать. Ну все, хватит. Все чисто, окей? Как же есть хочется. Ну, сейчас вернусь. Зайду на минутку. Воу! О, нет! Лиам! А? Что теперь не так? Я чуть головой не ударилась. А, мыло! Что оно здесь делает? У него будто ножки выросли. Ну же, лежи на месте. Минуточку. Кажется, есть идея. 3D-ручка поможет сделать так, чтобы мыло не скользило. Делаем вот такие закорючки. Они помогут удержать мыло на месте. Рисуем их прямо на мыле. Вот так. Но это еще не все. Используем ручку, чтобы раскрасить эту картинку. Мы выбрали единорога. Можно использовать любые цвета. Просто выдавливаем цветной гель вот такими движениями. И вуаля! Единорог готов! Зацените эту чудную мыльницу. Кладем в нее мыло. Умещается идеально. Хорошая работа. Я за тобой слежу. Вы все прибрали, мистер Брокколи. А, что? О, это был сон.
Сколько сейчас времени? Надо проверить телефон. Телефон! Нет! Он так ударился! Нет! Разбился! Это катастрофа! Я как в страшном сне! Что случилось? Где я? Ах, да, телефон. Эй, я тут, куда я и упал, помнишь? Привет! Это кошмар! О, боже! Это опять был дурной сон? Фу! Стоп, телефон. Мой телефон на месте, а не на полу. Но теперь я переживаю. Нельзя, чтобы это случилось. Я знаю, что может помочь. Вот она, моя 3D-ручка. Я закрашу чехол фиолетовыми чернилами. Хороший цвет. Нарисую зигзаг сверху и вернусь назад. Еще один зигзаг, а потом назад. Понадобится много чернил, чтобы все закрасить. Ладно, верхняя часть готова. Теперь по бокам. Убедимся, что все хорошенько прокрашено. Вот так. Я закрасил весь чехол полностью. А, он упал! Все в порядке, я не разбился. Ха-ха-ха. Боже, я так испугался. Но мой новый чехол мне помог. Ну все, можно еще поспать. Итак, класс, внимание, это будет в вашем тесте. Да. Мне нравится твое отношение, Мэдисон. А? Он что-то сказал? Я слишком занята игрой. Вау, Мэдисон такая крутая. Да, так многие говорят. А сейчас получай. Ее невозможно победить. Но я попробую. Итак, кто может решить эту задачу? Класс? Отличный урок, сэр. Ну что ж, спасибо. Это было неожиданно. Ух-ух, люблю эту игру. Ну же, я должна у нее выиграть. Что-то здесь не так. Хорошо, что я подготовился. Он выглядит совсем как я. Хорошо, он все еще занят. Продолжаем играть. Так я и думал. Постой. Да, я победила. Нет, я была так близко. Ау! Точно синяк будет. Ау, вот куда клавиша улетела. Мне нужно все исправить и закрыть игру. Но как? Это непросто. Нет, так не выйдет. О, смотрится неплохо. У меня есть крутая идея. Использую глину для лепки, чтобы сделать крошечный бургер. Не забудем про сыр и накроем сверху булочкой. Теперь приделаем к клавиатуре. Идеально! Да, работает! Вот так, будто ничего не случилось. О, что со мной? Минуту. Игра. Она была на экранах. Игра? Вы в порядке? Мы готовимся к экзамену. Должно быть, я сильно ударился головой. Извините, девочки, продолжайте. Он реально поверил. Играем дальше. Поверить не могу, что у меня двойка. Нельзя, чтобы мама это увидела. Но я знаю, что делать. Пройдусь по оценке утюжком. Двойка исчезает. Просто магия. Ой-ой, мама идет. Надо поспешить. Думаю, я заслуживаю 5 с плюсом. Что там происходит? Джина, ты уже дома? О, привет, мам. Я узнала результаты теста. Минутку. Посмотрим. О, нет, это конец. Я так горжусь тобой, милая. Умом ты явно пошла в меня. Конечно, мам. А пронырливость у меня от папы. Фух, получилось. Думала, опоздаю. Ладно. Где моя тетрадка? Жаль, нельзя пересесть. А, вот она. О, что это? Блин, карандаш соскользнул. Класс. И ластик весь стерся. Привет, как дела? У тебя нет ластика? Конечно, секунду. Ластик у меня точно где-то был. Где же он? Сколько у тебя хлама? Я уже жалею, что спросила. Погоди, я знаю, где он. Прости, не могу найти. О, ничего. Стой, что это? О чем это ты? А, вот где он спрятался. Спасибо, это было странно. Надо бы прибраться в рюкзаке. Стой, я больше не могу терпеть. Думаю, я могу тебе помочь. У меня есть то, что нужно. Берем лист картона и складываем его втройне. Сгибаем одну из сторон. Проклеим ее по краю, а затем прижмем у нее вторую сторону. Убедитесь, что приклеилось хорошо. Добавим немного клея сверху. Теперь согнем картон пополам, как будто конвертик.
Положим его на бок, сделаем еще парочку из разноцветного картона. Получилась радуга. Обернем их куском фоамирана и приделаем липучку. Далее сделаем из фоамирана мордочку единорога. Похоже на кошелек и выглядит очень мило. Держи, это тебе. Ого, ты сама сделала, невероятно. Вау, вы только посмотрите, тут есть место для всех моих вещиц. Скорее бы опробовать, это то, что мне было нужно. Идеально. Кажется, это все. Есть хочется, надо перекусить. Кажется, у меня было что-то в рюкзаке. По крайней мере, я так думаю. О, не переживай, у меня для тебя кое-что есть. Вот, в знак благодарности. Что? Как это туда поместилось? Эй, я не жалуюсь, я их просто обожаю. О, не выходит. О, нет. Нет. Не подходи ко мне. Беги, беги. Тебе все равно никуда не деться. Давай все обсудим. Я просто хочу посмотреть на твои оценки. Она ни за что не сдастся. Эй, Джина, нет! Что ты наделала? Зачем ты это сделала? Прости, я не специально. Скорее, давай помогу. Не могу найти крышку. Стойте, кажется, я знаю, что делать. Должно сработать. Нам понадобится кукла, но точнее ее голова. Оторвем ее от туловища и приделаем к бутылке клея. Покрутим, чтобы она держалась прочнее. Эй, а мне нравится. Теперь давай оценки. Только поторопись. Ого, надавим на бутылку, чтобы клей вытек. Как будто сопли, противненько, но прикольно. Отлично сработало, приклеим контрольный. Никто ни за что не узнает. Моя очередь. Следи за учительницей. Ого, просто класс. Отличная работа, Венди. Прощай, двойка. Привет, пятерка. Как раз вовремя. Ну, наконец-то. Я жду результаты вашего теста. Посмотрим на ваши работы. Держите. Смелей. Я удивлена. Молодец, Джина. А у тебя что, Венди? Моя оценка. Та-да! Еще одна пятерка с плюсом. Ого, я была уверена, что ты завалишь. Отличная работа, девочки. Секундочку, а это что? Ох уж эти дети. Это мое. Спокойно. Фух. Какая сложная контрольная. Но у меня есть телефон. Подождите, секунду. Я чувствую запах шпаргалки. Ага, Алекс. Эмма, это не то, о чем вы подумали. У тебя большие проблемы. Ты знаешь правила. Я звонил маме. Что мне делать? Подождите, я понял. Дай сюда. О чем вы? Твой телефон. Подождите, его здесь нет. Вам, наверное, показалось. Я слежу за тобой, пристально слежу. Фу, чуть не попался. Но я ее обманул. Это просто фотография на телефоне. Я гений. Это было так смешно. Эй, обратите внимание. Упс. Математика, это вам не шутки. Это точно. Пс. Сани, смотри. Вау, это так круто. Врум-врум. Круто. Бип-бип. Ты классно водишь. У меня даже прав нет. Что здесь происходит? Дайте сюда. Никаких игр на уроках. Упс, извините. Больше никаких шалостей, я серьезно. О, а мне так понравилось. Лови, Сани. Вот. Отличный бросок. Продолжай. Алле-оп. Перехват. Что я сказал? Не подавай виду. Он ничего не подозревает. Снова ничья, это уже 20-я подряд. Ножницы победили бумагу. Никогда меня не подводят. Мой самолет готов. Вау, он взлетел. Осторожно,
я пытался предупредить тебя. Что-то мне нехорошо. Извини, это вышло случайно. Подожди, у меня есть идея. Мне понадобится лист бумаги. Я вырежу нолики и крестики. Это пока можно отложить. Теперь я возьму свою тетрадь и прикреплю к ней сетку. Получается доска для игры в крестики-нолики. Это поможет скоротать время. Давай. Я пойду первой. Я в этом деле профи. Не будь слишком самоуверенным. О, что там происходит? Очень интересный урок. Спасибо, я стараюсь изо всех сил. Отлично. Отлично, я сделал растяжку и стал более гибким. А? Что это там? О, кто-то хочет еще позаниматься. О, мило. Привет, как дела? Я в порядке, я пришла на тренировку. Я тоже. Хорошо тебе позаниматься. О, нужно надеть наушники, покажу ему, что я настроена серьезно. Кроме того, он еще и довольно милый. Эй, кажется, он закончил с этой гирей. Теперь у меня есть шанс произвести на него впечатление своей физической формой. Она такая тяжелая. Эй, что случилось с моими наушниками? О, они соскочили. Что ж, надо надеть их обратно. Что это он там делает? Наверняка я тоже смогу выполнить это упражнение. Надо просто сделать несколько повторов. Ой, что за черт? Это так весело. Кажется, это ваше. Ладно, отжимания. Раз, два, три. О, он делает отжимания. Я должна показать, что я тоже так могу. Оу, мои наушники сбили меня с толку. Именно так я и собиралась поступить. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Эй, что за черт? Опять эти наушники? Что? Стоп! А куда подевались мои наушники? Вот они! Может быть, вам с ними пора податься в какое-нибудь другое место? О боже, мне так жаль, они просто выскользнули у меня из рук. Да мне все равно. Ох уж эти дурацкие наушники, они просто не могут оставаться на месте. А я так расстроена! От вас только одни проблемы, слышите? Да что с вами такое? Это все наушники, клянусь! Так, давайте я кое-что вам покажу. Вот мои наушники и 3D-ручка. А теперь давайте сделаем следующее. Надеюсь, вы смотрите внимательно. Еще раз я это показывать не стану. А теперь та часть, которая находится над головой. Надо пройтись по всему контуру и по краям тоже. Ну вот, все готово. Я сделал копию своих наушников. Вот, давайте сюда свои наушники. Хорошо. Отлично, спасибо. Теперь смотрите, что я собираюсь делать дальше. Просто вставляем наушники внутрь вот так, и они будут прекрасно держаться. Вот так. Теперь вам больше не придется о них беспокоиться. О боже, они великолепны. Большое вам спасибо. Без проблем. А теперь мне пора вернуться к тренировке. Да, точно, тренировка. Да, мне тоже пора. Какого? С приходом смартфона учеба никогда не будет прежней. Особенно для учителей. Так, все, сдаем телефоны. Надо срочно спрятать. Дорогуша, вы учитель, собирайтесь. Ох, последний уровень. Учеба – это отстой. Кому нужна скукота про фотосинтез? Чтобы пронести смартфон на урок, нужно быть суперхитрой. Решение было у меня под носом. Кладем телефон экраном вниз. И наносим полоску горячего клея. Вот так, до самого низа. Теперь приклеиваем цветной карандаш. Отлично. И повторяем с другими карандашами. Смотрится круто, правда? Теперь можно делать селфи, и никто ничего не заметит. Я просто карандаши взяла. Прикольно. Этот трюк реально работает. Обожаю утро перед экзаменом. А ну, постой, у тебя там шпаргалки? И как он их всегда чует. Прощайте верные ответы. Надо было учить уроки. Желаю удачи. Эх, детишки. Доброе утро. Моя тетрадь? Там ничего такого. Хорошо, Лили, можешь проходить. Что же мне теперь делать? Пока все хорошо. Похоже, он не очень внимательно искал и не увидел мою шпаргалку.
Эй, ну почему я об этом не подумала? От моей линейки толку мало. Лири, пс, можно глянуть? Чш. Просто открываешь вот так, видишь? Тут нам понадобятся две линейки. Берем шпаргалку и прилепляем к ней двусторонний скотч. Удаляем нижний слой, чтобы приклеить скотч к линейке. Середина шпаргалки должна совпадать с зазором между линейками, чтобы можно было сложить вот так. Спасибо. Я все написала. Заморозьте воду на дне емкости. Достаньте получившийся кусок льда. Теперь возьмите краски. Немного порисуем. Нанесите краску прямо на кусок льда. Используйте краски разных цветов. С таянием льда краска будет перетекать и закручиваться. И цвета начнут смешиваться. Продолжайте добавлять разные слои краски. Это здорово расслабляет. Такой классный эффект получается. И конечный результат крутой, правда? Так, наверное, стоит начать классную работу. А? Что не так с моей ручкой? Чернила кончились, как обычно. Ничего. София! Эй! Все в порядке, Луна? У меня ручка не пишет. Можно одолжить твою? Без проблем. Уверена, у меня есть запасная. Она должна быть где-то здесь. Это не ручка. Момент. А? Кто бы мог подумать? Как много всего. Надо быть организованнее. Стойте, у меня есть идея. Я знаю, как хранить вещи в чистоте и порядке. Сначала натяну эту резинку на свою папку. Мне понадобится еще несколько. Теперь я могу хранить здесь все свои вещи. А внутри есть еще место. Больше ничего не потеряется. Выглядит неплохо, да? А вот и ручка. А? Что? А, точно, спасибо. Просто супер. Мне такой сон снился. Какой скучный тест. А мне нравится. Ты такая ботанка. Может, мне повеселиться? Эй, ведешь себя как ребенок. Мне нравится этот вопрос. О, надо отсюда выбираться. О, минутку. Эй, ну что еще? Смотри, потру ручку о свой рукав. Теперь покручу немного. Признайся, ты удивлена. Ого, да ты волшебница. Да, я попробую. Кажется, что-то не так. Волшебники никогда не раскрывают своих секретов. Может, нужно больше трения? Итак, у меня не получается. О, придумала. Надо использовать мозг, чтобы разобраться. Я совсем забыла о гравитации. А вращение Земли означает... Поняла. Попробуем еще раз. Никакой магии. Ну и ладно. Оу, класс. Никаких разговоров. Простите. Попалась. Упс. Я слежу за тобой, София. Я выполняю работу. Видите? Это последнее предупреждение. Стойте, у меня точно была ручка. Кажется, тест провален. Ну ладно, вы готовы пожениться? Более чем готова. Я тоже. Ну ладно, раз так... Пожалуйста, возьмите друг друга за руки и не отпускайте. Да, именно так, очень мило. Ой, а где же кольца? Точно, кольцо. Я знаю, что оно у меня где-то тут, в кармане. Оно тут, прямо здесь. Просто не могу дождаться, чтобы его увидеть, Алекс. Боюсь, что эта коробочка с кольцом совсем пустая. Что? Где кольцо? Где же оно? Свадьба без кольца? А я думала, ты меня любишь.
Конечно, люблю! И очень сильно! Кажется, я знаю, где оно! Пойду и принесу его! О боже, это какой-то кошмар! Куда же делось кольцо? Нужно что-то найти и быстро! Это ни за что не сработает! Нет! Может быть, здесь есть что-то еще? О, это же мой клеевой пистолет! Это сработает! Ладно, у меня есть основа для кольца, но в ней не хватает драгоценного камня. Горячий клей спешит на помощь. Просто нужно нанести маленький золотистый шарик прямо вот сюда, а теперь блестки. Фиолетовый отлично подойдет, потому что это ее любимый цвет. Как раз то, что нужно. Оно такое блестящее и искрящееся. Ладно, полезай в коробочку. Нужно закончить церемонию. Хорошо, что у меня был с собой клеевой пистолет. Чуть не накрыло. Я вернулся на нашу свадьбу. Я сделал это, я здесь. Итак, вот недостающее кольцо, как я и обещал. Микки, так ты выйдешь за меня замуж? Да, конечно, я согласна. О боже мой, оно фиолетовое, мой любимый цвет. Люблю свадьбы, а кольцо и правда очень красивое. О, Микки, я так рад, что тебе нравится это кольцо. А теперь, Микки, нам нужно кольцо для Алекса. Кольцо? Кольцо для Алекса? Ну да, кажется, оно лежало где-то здесь. Ха-ха, мы действительно созданы друг для друга, да. Я всего на минутку. И вот она уходит. Вероятно, это займет время. Может, поиграем в камень-ножницы-бумага? Идеально. Лиам, перекус готов. Я знаю, что ты любишь апельсины. Нет. Сперва нужно вымыть руки. Ты знаешь правила? Они чистые, видишь? Эй! Руки, раковина. Ладно. Просто смешно. Хочешь чистые руки? Пожалуйста. Я хорошо намылил, мам. Воу! Эта штука такая скользкая. Эй! Никак не могу его поймать. Ну все, хватит. Все чисто, окей? Как же есть хочется. Ну, сейчас вернусь. Зайду на минутку. Воу! О, нет! Лем! А? Что теперь не так? Я чуть головой не ударилась. А, мыло! Что оно здесь делает? У него будто ножки выросли. Ну же, лежи на месте. Минуточку. Кажется, есть идея. 3D-ручка поможет сделать так, чтобы мыло не скользило. Делаем вот такие закорючки. Они помогут удержать мыло на месте. Рисуем их прямо на мыле. Вот так. Но это еще не все. Используем ручку, чтобы раскрасить эту картинку. Мы выбрали единорога. Можно использовать любые цвета. Просто выдавливаем цветной гель вот такими движениями. И вуаля! Единорог готов! Зацените эту чудную мыльницу. Кладем в нее мыло. Умещается идеально. Хорошая работа. Я за тобой слежу. Возьму вот это. Хороший выбор. Пожалуйста. Держи, Бетти. Пойдем, милая. Вкуснятина. Минутку, зайка. Мне нужно ответить. Алло? О, привет. Так рада тебя слышать. Мамочка! Неужели? Поверить не могу. Сейчас, Бетти. Мой леденец. Подниму его. Он испачкался. А где мой шарик? Нет, вернись. Прости меня, шарик. Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Бетти, в чем дело? Ох, я перезвоню. Не плачь, золотко. Мамочка все исправит. Это очень срочно. Приятно иметь с вами дело. Не надо было мне колледж бросать. Нужно сделать, чтобы такого больше не случалось. Обернем ленту вокруг леденца. Готово. Держи, Бетти. Ух ты! Спасибо, мама! Гляди, мой шарик никуда не улетает. Ах, чудесно, милая. Я так рада. Мамочка! Сейчас все будет окей. О, это
Это было необычно. Да, мы пришли на урок вовремя. Эй, вы двое! Хватит болтать! Начинаем контрольную! Ну да, контрольная. Хорошо, что мы готовились. Неплохо. У меня тоже есть маленькая шпаргалка. Мы точно ответим на все вопросы. Чего это вы улыбаетесь? Подозрительно. Нужно просканировать комнату. Ха, так я и знал. У них шпаргалки. Тревога! Нарушение правил! Эй, ты правда думала, что сможешь меня обмануть? Целая стопка шпаргалок, и ты их даже не прячешь? Как ты могла решить, что я не замечу? Но я тебя вычислил, и тебя тоже. Теперь держитесь. Что это у тебя здесь? Холодный кофе? Эй, минутку! Что ты там прячешь? Написано так мелко, достойно восхищения. Но это все равно шпаргалка. Я ее забираю. Нет, я не хочу получить двойку. Погодите, кажется, не все потеряно. Я и забыла, что у меня есть еще шпаргалки. Вот здесь. А мне как быть? Эй, что это у меня на ботинке? Жвачка. А что если... Можно просто прилепить шпаргалку к подошве. Вот так, надежно и незаметно. Теперь с ответами проблем не будет. Что происходит? О, ничего, я просто обмахиваюсь. Здесь жарко, а она занимается йогой. А, окей, кажется, все в порядке. Продолжайте работать. Ура, пятерки у нас в кармане. Немного тушевки. Я создаю шедевр. Ой, карандаш сломался. Почему это всегда происходит со мной? Это так раздражает. К счастью, я всегда наготове. Я ношу с собой точилку. Вот она. Тут много стружки. Нужно ее высыпать. Эй, осторожнее. Это что, шутка? Наверное, я сильнее, чем думаю. Ну конечно, как скажешь. Но это не решает мою проблему с карандашом. Что мне теперь делать? А, хорошо. А, Алекс, что ты делаешь? Я точу карандаш. Разве это не очевидно? А, нет, не совсем. Не помогло. Стоп! Что не так? Он того заслуживает. Положи биту. Отлично. Возможно, ты права. У меня есть запасной план. Нет! Что я должен делать? А, я помогу тебе. Можешь взять вот это? Это решит все мои проблемы. Я покажу тебе карандаш. Он будет красивым и острым. Так намного проще. Спасибо, Сани. Алекс, тебе нужно успокоиться. О чем ты? Думаю, этого достаточно. Повсюду валяется стружка от карандаша. Он потерял контроль. Еще, еще. Я хочу еще. Ты слышишь меня? Кажется, у него проблемы. Это уже слишком. Подождите, может быть, я смогу использовать эту бутылку? Да, я знаю, что делать. Я сниму крышку и сделаю в ней отверстие. Идеальный размер. Далее мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей вокруг отверстия, затем прикреплю к нему точилку и подожду, пока клей застынет. Затем я снова надену на бутылку крышку. Это как раз то, что ему нужно. Алекс, остановись. Вот, попробуй. Пустая бутылка. Подождите, там внутри точилка. Я попробую. Пожелай мне удачи. Вся стружка собирается в бутылке. Спасибо, Сани, ты лучше. Дай 5. О, нужно все высыпать. Что за? Да, так намного лучше. Как много конфискованных продуктов. Но правило есть правило. Ничто не пройдет мимо меня. Ой, у меня в животе урчит. Может быть, я быстро перекушу? Никто ни о чем не узнает. Шоколад. Как вкусно. Ой, я чуть не уронила конфеты. О-оу, это нехорошо. Пора идти на урок. И мне лучше выглядеть устрашающе. Стоять. Ты же знаешь, что в классе запрещено есть. Никаких конфет и чипсов. Это шоколад у вас на лице? О чем ты? Но есть все равно не разрешается. Это несправедливо. Воу! О, ну ничего себе.
Подождите, мои вкусняшки. А, этот день становится только хуже. Я так хотела их съесть. Нужно все собрать. Посмотрите на этот беспорядок. Мармеладные мишки всюду разбросаны. Минутку. Посмотрите на это. Солнце их расплавило. Ничего себе. Эй, у меня появилась идея. Я сниму ластик с карандаша, затем я вставлю соломинку, вот так, и отрежу лишнее. Это выглядит примерно так. Теперь я возьму зажженную свечу, я растоплю над пламенем мармеладного мишку. Ммм, как вкусно пахнет. Я хочу, чтобы он превратился в жидкость. Затем я вылью жидкость в соломинку, вот так, осторожно, и подожду, пока мармелад застынет. Секретные мармеладки. О, да. Это снова ты. У меня нет еды. Ого. Какие вкусные чипсы. Фух, получилось. Думаю, я заслужила угощение. Ммм, это так вкусно. Это как раз то, что мне нужно. Класс. Так-то лучше. Вернемся к проверке работ. Здесь 5 с плюсом. Точно 2. Многие из моего класса сами не знают, что пишут. О, я устала. А, уже так поздно. Нужно закончить проверку как можно быстрее. Осталось всего несколько. А, о боже, какой жуткий сон. О нет, весь мой лоб в чернилах. А, теперь все это нужно оттирать. Надеюсь, ластик мне поможет. Секундочку. Кольцо мне пригодится. Нанесем каплю горячего клея на кольцо и приклеим на него ластик. Осталось только сделать на ластике букву, означающую мед. Вот, теперь у меня 2 кольца штампа. Одно для плохих отметок, другое для хороших. Получилось так удобно. Вернемся к работе. Берем листок и проверяем ответы. Тут ставим хорошую оценку, а здесь плохую. А тут опять отлично. А ну-ка поглядим внимательнее. Впечатляет. Оценка отлично. Вот и все. А, я так быстро справилась. Ого, я сэкономила уйму времени. Можно идти домой. Можно использовать блокнот. Приклею отрезок скотча по краю. Хорошо, что у меня есть грифельная краска. Нанесу ее по всей поверхности блокнота. А, кстати, это расслабляет. Вот так, почти готово. Теперь дам ей высохнуть. И можно снять липкую ленту. Осторожно, чтобы не испортить краску. Вот и все, мне не нужна доска. Ее заменит этот блокнот. Просто напишу задачку на обложке. Здорово получается. Осталось только найти ответ. Что происходит? Итак, класс. Кто хочет это решить? Давай, ты. Но, ладно. Иди сюда. О, держись. Ну, кто у нас тут самый умный? Ага, кажется, я знаю ответ. Ну как? О, неверно. Садись. О чем ты думал? Нужно поменьше думать о приколах и побольше об учебе. Надо избавиться от этого. Теперь ты, Мэдисон. Я? О, плохо дело. Посмотрим. Микки, выходи сюда к моему столу. Да-да, подойди прямо сюда, пожалуйста, и поторопись. Сейчас я хочу, чтобы ты прочитала, что написано на доске. Но на доске ничего такого нет. Там ничего не написано. А? О нет, надпись упала на пол. Давай я просто подниму ее и приложу обратно к доске с помощью магнита. О, она снова отвалилась. Ну что это за магнит? В любом случае пришло время экзамена. Ты готова пройти тест, Микки? Экзамен? Точно? Видите ли... Подождите секундочку. Я знаю, что нужно сделать. У меня есть этот вкладыш для кексов. Я возьму этот магнит и приложу его ко дну вот так. А теперь я просто залью все это горячим клеем. О, вы только посмотрите, это выглядит как карамель. Вот только на вкус это лучше не пробовать. Вот так. Заполнили клеем до самого верха. А теперь добавим несколько милых посыпок. Та-да! Клей высох, и мой проект завершен.
Прошу прощения, но я кое-что для вас приготовила. Хм, Микки, ты знаешь правила. Взгляните на это. В класс нельзя приносить еду. О, на самом деле это вовсе не еда, давайте я вам все покажу. Та-да! Видите? На самом деле это магниты. О, вот оно что! Это очень мило! Отличная работа, Микки, я впечатлен! Кстати, пришло время поставить тебе оценку за экзамен. Каждый, кто делает такие интересные магниты, заслуживает 5 с плюсом. Прекрасно! А теперь, пожалуйста, займи свое место. Так, надо взглянуть на один из них поближе. А что, если откусить от него совсем немножко? Это шутка! Что-то мне скучно. Чем бы таким заняться? Точно, пора порисовать. Начну с этой оранжевой краски. Рисовать это так весело! В творчестве нет места скуке. Надо соблюдать водный баланс. О нет, о чем я думала? У меня все пальцы в краске. Блин, какой кошмар. И что мне теперь делать? Весь стакан тоже в краске. Стойте, я гений. Так, начнем с чистого стакана и краски на кончике пальца. Этого будет достаточно. Теперь нарисуем волнистую линию в верхней части. Отлично, добавлю еще. Подкрашу немного маркером под отпечатками краски. Готово! Уи, как мило! Кажется, будто стакан обернут гирляндой. Он определенно красивее, чем был раньше. Поверить не могу, что я такое придумала. Пора добавить еще немного сока. Вот это я понимаю. Приветики! Как тебе моя новая куртка? Купила по акции, скидку 50%. Мне кажется, просто супер. Ага, мило, я поняла. Зацени-ка лучше мою новую куртку. А что скажешь про мой новый чехол для телефона? Блестки, это прошлый век, у меня попает. Ну и ладно, у меня еще новая тетрадь. Я украсила ее стикерами. Сердечки, звездочки и даже мороженое на палочке. Моя тетрадь такая скучная и некрасивая. Нет, так дело не пойдет. Должно же быть что-то, что я могу сделать. У меня есть маркеры. Стоп, кажется, у меня появился план. У меня есть маркеры и нож. Обрезаем кончик. И делаем еще пару надрезов, чтобы получилось сердечко. Смотрите, как миленько. Теперь берем тетрадку. Буду использовать маркер как печать. Не обязательно останавливаться на сердечках. Вот так. Теперь у меня тоже сердечки и звездочки. Видишь, у меня тоже красивая тетрадь без каких-то там стикеров. Ого, поверить не могу, что ты такое сделала. Белка должна отдать мне мое мороженое. Не шоколадное. Да, пора порисовать. Я художник. Я рисую лучше всех. Это весело. О нет, я забрызгал ее ноутбук краской. Точно, я просто все вытру. Стоп, она только размазалась, о нет. Так стало только хуже. Все стало розовым. Она на меня так разозлится. Она проснулась. Что ты делаешь? Почему ты на меня уставился? Ты какой-то странный, очень подозрительный. Секундочку. Мой ноутбук! Что с ним случилось? Ты покрасил его в розовый. Что? А это что такое? Трубочка? Стоп, я могу исправить всю эту несуразицу. Итак, вот мой бедный ноутбук. Мне нужно больше краски. Все верно, больше краски, не меньше, в этом и есть секрет. Белый, желтый и немного фиолетовый, красота! И может еще капельку охры. Отлично, теперь берем трубочку. И начинаем дуть на эту краску. С помощью воздуха я буду передвигать краску по ноутбуку. Продолжаем, сколько оттенков, мне нравится. Получаются крутые узоры и текстуры. Ого, самое настоящее произведение искусства. Красота напоминает волны в океане. Поверить не могу, как здорово получилось. Ого, смотрите на ее ноутбук. Круто! Хорошо, что поблизости никого. Самое время перекусить. Ого, конфеты дай мне. Пожалуйста. О, ничего не осталось. Я даже не попробовала. Точно. О, у меня есть жвачка. Уже слюнки текут. Это что, жвачка? Нет, стойте, это мое! Почему так всегда происходит?
так раздражает. Так, веди себя как обычно, никто не заметит. Нужно действовать быстро. Чувствую запах чипсов. Они должны быть моими. А? Вот так, тихо-тихо. Наверное, показалось. Вперед, вперед! Что такое? Эй, а ну верни! Ах, тут пусто. Минутку. Думаю, я знаю, что делать. Сперва разрежем банку пополам. Затем покроем ее красивой бумагой. Смотрится чудесно. Наполню до половины любимыми сладостями. И приделаю пластиковую крышку. Осталось поместить сверху карандаши. Выглядит как обычный пенал. Но внутри есть сладкий секрет. Это мой шанс. Если сдвинуть вверх бумагу, можно достать конфеты. Никто даже не заметит. А, это просто карандаши. Я думала, ты ешь конфеты. Чуть не попалась. Но это работает. Вау, мы выглядим как профессионалы. А это зачем? Смотри. Надо просто крутануть колесо. Первый цвет красный. Рисовать закрытыми глазами? Это же практически невозможно. Думаю, можно попробовать. Раз, два, три, поехали! Ого! Терять нечего. Думаю, выглядит как-то так. Я за линии не выезжаю. У меня хорошее предчувствие. Я всегда начинаю с рожицы. А затем просто ее обрисовываю. Надеюсь, это голубой цвет. Ого, она и правда старается. Она не видит, так что не обидится. Я не могу сделать это с закрытыми глазами. Ну вот, теперь намного лучше. Кажется, все идет довольно неплохо. А как там дела у Энни? Она не закрыла глаза? Ты нарушаешь правила. Погоди, ты тоже? Это справедливое замечание. Ладно, давай по-честному. Поехали! Понятия не имею, что я делаю. Но у меня в голове есть картинка. И я бы сказала, она очень даже ничего. Готова? Ого! Пора их перевернуть. Круто! Смотри! Вау! Ну и ладно. Твой правда похож на... Ну, ты поняла. А нам обязательно их пробовать. Думаю, все не так уж плохо. Пахнет потрясающе. А на вкус? О, не очень. Ты в порядке? Гадость! А твой вкусный? Сейчас узнаем. Мамочки. А это не так уж и плохо. Хочешь попробовать? Ну, ладно. Спасибо. Посмотрим. Вкуснятина! Внешность порой обманчива. Что там дальше? Оу, это очень мило. Оу. Посмотри на принадлежности для рисования. Какие крутые. Смотри. У меня такие же. Стой, мы забыли покрутить. Итак, синий. И это значит... Без рук? Ерунда какая-то. Такие правила. Кисточки наготове. Руки за спину. У меня есть идея. Я смешаю все цвета. Это все-таки единорог? Да начнется магия. Сначала будет получаться криво. Надо просто довериться процессу. У меня уже челюсть устала. Без рук нет проблем. Оу, это не то, чего я хотела. Цвета стали похожи на грязь. А у тебя как дела? Я решила пойти другим путем. Эту штуку трудно контролировать. Ух, так, продолжим. С такой тренировкой никакой зал не нужен. Получается красиво и довольно ровно. Смотрите, какие линии. Готово!
Посмотрим на результат. Потрясающе, видишь? Это великолепно! Мой единорог по сравнению с этим просто позор. В этом раунде победа за мной. Эх, фу, Энни, смотри! Ого! Какой очаровашка! С маленькими клешнями. С чем нам предстоит иметь дело? Что это значит? Без понятия. А это что? Это что, таймер? Тогда нам лучше поторопиться. Крабы же обычно красные, да? У меня отличная идея. Это будет здорово. Я никогда раньше не рисовала крабов. Время почти закончилось. Когда я не столько успела? Я еще даже краску не вылила. Минуточку. Я знаю, что делать. Будем действовать наверняка. Ха, попалась. Ты с ума сошла? Я случайно. Здорово получилось. О! Нет, нет, нет. Я только все испортила. О, какая жалость. Не мои проблемы. Ты за это заплатишь. Вообще-то, это может мне пригодиться. Та-дам! Не стоит раздражаться по мелочам. Ответ прямо у меня перед носом. Пальцы могут быть лучшими кисточками. Ох, время почти кончилось. Лично меня все устраивает. Готова показать результат? Погоди, почему у тебя так красиво? Ты так быстро его нарисовала. Весь секрет в пальчиках, видишь? Эй, извини, ладно? Никаких обид. Жаль, у меня нет ракушки. У меня есть маркер и 3D-ручка. Сейчас начнем обводить колпачок. Готово. Теперь можно снять с колпачка. Нарисуем петельку вот так и заполним пространство внутри нее. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так. Я заранее сделала кое-какие детальки. Приклею их по краям. Теперь мне нужен желтый. Вот и буква желтыми 3D-чернилами. Надену свою маленькую бейсболку, и я готова. Замах! Бей! А, что это? Эй, ты что делаешь? О, божечки, я его задела. Лучше я надену бейсболку на утенка. Да, это все он. В тарелке конфеты закончились. Надо ее заполнить. Вот так. Теперь спрячу ее от Эшли. Эта полочка подойдет. Здесь она их никогда не найдет. Это она так думает. Мама ушла. Это мой шанс. Не могу дотянуться. Надо попробовать по-другому. О, придумала. Табуретка поможет забраться выше. Почти. Достала. О, нет. Нет. Ау. Зато я достала конфеты. Это того стоило. Что это ты, по-твоему, делаешь? Ау, привет, мам. Я так разочарована, Эшли. Надо проявить изобретательность. Где же мне спрятать конфеты? Минуточку. Эшли ненавидит овощи. У меня есть идея. Достану все овощи из этой упаковки и заполню ее конфетами. Эшли никогда не подумает сюда заглянуть. Какой сочный помидор. Салат получится отличный. О, привет, Эшли. А, пусто. Где конфеты? Не хочешь вкусненьких овощей? Ты серьезно? А? Я пыталась. Думаю, я заслуживаю шоколадки. Вкусно. Здорово, я поспал. Хорошая музыка помогает проснуться.
привет! Эй! Обожаю эту песню! Так и хочется танцевать! Я оделся! У-ху! Готов к новому дню! Вот как это делается! Обувь, пожалуйста! О, да! С удовольствием пройдусь! Так еще приятнее! А, какой запах! Это природа, детка! Эй, Лиам! Как дела? Эва, привет! Постой! Нет, Лиам, не надо! Почему она машет руками? Лиам, стой! Кожура! Он ничего не замечает! О, нет! Воу! Все в порядке! Ничто меня не остановит! Хотя, впрочем... Ну вот, мои наушники. Похоже, удачного дня не выйдет. Как теперь музыку слушать? Эти штуки ни в какое сравнение не идут. Впрочем, я могу сам сделать замену. Все, что мне нужно, 3D-ручка. Заполним эту форму. Вот так, линия за линией. А затем добавим вот это. Используем ручку, чтобы склеить их вместе. А когда клей высохнет, соберем все детали. Эту штуку вставим сюда. Готово! Вот так, отлично держится. Лиам, ты в порядке? Ага, зацени вот это. Я опять могу слушать музыку. До скорого. Какой же скучный день. Мне нужна стрижка и укладка. О да, с радостью вам помогу. Прошу, присаживайтесь. Хорошо, спасибо. Как там на улице? Все еще жарко? Так, скажите, что бы вы хотели? Мне нужно просто подровнять текущиеся кончики. Совсем чуть-чуть. Конечно, конечно. Все будет сделано в лучшем виде. Нужно настроить кресло. Еще чуть-чуть и еще вот так. Ну что ж, я готов начинать. У вас красивые волосы. Выглядят ухоженно. Кажется, здесь колтун в волосах. Что там происходит? Почему вы остановились? Все в порядке, никаких проблем. Все под контролем. О боже, расческа сломалась пополам. У вас такое лицо. Это ничего, живот крутит. Что же мне делать? Это была моя лучшая расческа. Ага, конечно, 3D-ручка. Она меня спасет. У меня есть картинка с расческой, надо ее обвести. Заполню контур любимыми розовыми чернилами. Пока все получается. Вот так, передняя часть готова. Теперь сделаю ручку. Возьму светло-зеленый. Красивый цвет. Не часто я его использую. Раз уж я делаю новую расческу, украшу ее. После зеленого нарисую цветочки. Вот так. Почти готово. И вуаля, новая расческа. О, она уснула. Нужно побыстрее закончить. Продолжим расчесывать. О, простите, кажется, я заснула на минутку. Давай, сумка, не отставай. Не могу поверить, я рассыпала все вещи. Что такое? Да ладно, как это возможно? Молодец, сумка. Ты отлично справилась. Время перекусить. Это я не очень люблю. Ау! В чем дело? Может, это яблоко утолит мой аппетит? Какое-то безвкусное. Ау! Опять? Да что ж такое? Осторожнее! Пить хочется. Ау! Здесь больше ничего не осталось. В этот раз я поймала. Вау! Какая у тебя классная сумка! Она намного круче моей. Эй, можно? Я хочу сделать селфи с тобой и твоей сумкой. Ага, конечно. Давай. Ничего себе! У нее такая чудесная сумка. Я тоже должен попасть на эти фото. Эта сумка идеальна для школы, мисс. Поздравляю. Не могу поверить, что это происходит. Одну секунду. Эта пластиковая бутылка как раз то, что надо.
приступаем к творчеству. Возьмем застежку молнию и, конечно же, бутылку. Обернем это вокруг бутылки вот так. Расстегнем застежку, теперь можно сделать надрез на бутылке. Вуаля! Получился стильный пенал. Покрасим его серебристой краской и добавим языки пламени. У нас вышла ракета. Откроем пенал и вставим свернутый лист в плотной бумаге. А теперь пора положить внутрь все мои ручки и карандаши. И не забудем вкусняшки. Пару сладких батончиков. Теперь застегиваем, и все готово. Пора похвастаться моим ракетным ранцем. Мой ранец смотрится круче ваших. И я в любой момент могу подкрепиться. Эти ракетные двигатели оправдали мои ожидания. Плюс мне очень нравятся твои... Воу! Прости, мне нужно идти. Эй, можно посмотреть твой рюкзак? Такое прикольное пламя. Вау! Ого, не поделишься сладостями. Супер! О, так много внимания. Это чересчур. Ужасно. Нет. Мне хватит. Отойдите. Что такое? Пока-пока, школа. Не может быть. Куда она делась? Улетела в космос? Вау, это точно был лучший ранец на свете. Что ж, может, мой тоже кое-на-что способен. Ранец, доставь меня в космос. Здесь так тихо и спокойно. Мне очень нравится. Что это за помои? Привет, я возьму тарелку этого. Я для этого училась в кулинарном техникуме. Даже не знаю, что это такое. Я называю это зеленым веществом. Держи. Оно слегка склизкое. А, подождите. Не торопитесь. Отстань от моего половника. А, кому нужна тарелка? Есть. Приятного аппетита. Посмотрите на это. Бесплатная еда? Я ни за что не буду это есть. Лучше закажу. Выглядит вкусно. Комочки придают дополнительный вкус. Вкусно. И очень. Это так отвратительно. Как она может это есть? Дворецкий. А вот это уже больше похоже на правду. Спасибо, Дворецкий. Я предпочитаю роскошные вещи. И нет ничего лучше, чем свежие суши. Выглядит очень аппетитно. У меня уже слюнки текут. Подождите, что это за жужжание? Это муха, и она на моих суши. Что я буду делать? Все пропало. Меня сейчас вырвет. Подумаешь, это просто муха. Эй, Алекс, можно мне это? О, пожалуйста. Надеюсь, тебе станет лучше. Вот тебе муха. Шикарно. Очень хорошо.